Аукцион Виолити – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Виолити – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Виолити вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Виолити. Ссылки под видео в описании. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота». Меня зовут Серега. Выбрались мы с друзьями в экспедицию. Выехали потоптать хуторщину. Может быть, что-то более древнее зацепим. Пока у нас разведка, зацепились вот на таком вот месте. С гугла вот эти все деревья, которые за мной стоят, они расположены квадратом. Вызвало это место интерес. Мы решили тут остановиться и походить. Вышли, ходим минут, наверное, 10-15. Отошли недалеко от машины. Вот там вот, вон машина наша стоит. В общем, есть уже несколько находочек. Сейчас вам покажу. Думал не снимать, полезли советы. Ничего, в принципе, интересного не было, но одну советину выкопал, вторую, третью, колечко. Я думаю, что придется снимать все-таки и показывать, потому как находки лезут. Сейчас посмотрите находочку, друзья. Это Артем, друзья. Там сегодня он тоже ходит с симплексом. Тоже какой-то сигнальчик зацепил. Смотрите, что у меня есть. Такое место хорошее. Видно, когда-то стояли. Значит, выкопал я вот две двушечки. И колечко такое выпало. Оно так выпало. Я еще подумал, рыжик, наверное. Потом начал протирать. Это даже не серебро, это какой-то алюминий. И вот еще очередная советина. На этот раз уже ранняя. 3 копейки. Интересно, какой там год. 31 год, друзья. Вот вам, пожалуйста, 15 минут копа. Сейчас будем это место выбивать. Значит, здесь вот старые деревья фруктовые. Я думаю, что какая-то хата здесь стояла, по всей видимости. Может быть, что-то советское. А может и ранее. Но судя по находкам, то период пока у нас СССР. В общем, будем ходить, друзья. Будем ходить, смотрите. Мы пошли искать дальше. Переехали мы на поле, друзья. Работает техника, как раз пашет и ровняет. Мы первые вышли на него. Темыч с Гешей ходит. Есть керамика тут. В общем, в правильном месте ходим. Смотрите, что мне вывалилось. Кусочек сережки казацкой. Серебро. Сверху лежал. Я его так пинпоинтером нашел. Думал, фибула, честно говоря. Ну, вот такая вот находочка. Будем ходить. Техника, вон, смотрите, работает. Пашет и ровняет сразу же. Очень хорошо. Все, друзья. Ходим, будки до находки, вы все увидите. Друзья, переехали мы на еще одно место. Вот только отошли от машины. Смотрите. Вот машина наша стоит сзади, за моей спиной. Вот отошел. Второй сигнальчик. Первый был проволочка у меня. Второй сигнал такой четкий, классный. И есть у меня динарик, сейчас я вам покажу. Такой шикарный был сигнальчик, очень неглубоко он лежал. Смотрите, вот он. Комод.
Комодус. Сейчас Тёмычу скажу. Тёмыч, комод у меня. Принял. Но состояние хорошее. Комод, друзья. Комодик. Грунт тут хороший. Чернозем. Класс. Класс. Сейчас мы тут походим. Тут, правда, вот такие вот торчат струполя. Но надо ходить, в общем. Сейчас будем выхаживать это место. Место не сильно знанное, поэтому надо выхаживать. Ладно, друзья, смотрите. Я пошел искать дальше. Это пацаны там ходят. Друзья, смотрите, прикол. Вот сейчас вот здесь вот выкопал динарик. Делаю пару шагов. Глубокий был сигнал. Бронзовый. И вот еще, пожалуйста, выпала мне какая-то бронза. Я не знаю, что это. Может, какой-то сестерцы, дупондий. Затрудняюсь ответить, но вот такая вот находочка. Класс. Супер. Мне коп начинает нравиться. Идем. Идем дальше, друзья. Не будем время терять. Хожу, друзья, минут 40. Находок пока нету никаких. Тёмыч пошел вот в этот лес. Перебрался там через плотину. А Геша пошел вот туда, вот вдаль, вдаль, вдаль. Там перепашечка где-то есть. Вон она. Пошел ее проверять. У меня тут вывалилась, в принципе, вот такая вот бронзовая иголка. Но пока находок особо нету. Это не я ее согнул, это она такая была. Находочка. Сейчас буду тут раскручиваться в этом месте. Тут был горочек такой вот небольшой. Идет возвышенность. Попробую этот бугорочек обходить. Поднимусь выше, ниже. В общем, похожу здесь. Ходить, конечно, сложновато, потому как стырня. Но с блондинкой, в принципе, возможно. Ладно, друзья. Смотрите, вот, кстати, кто-то копал. Старая ямка, видите? Кто-то копал. Так, пошел я искать дальше, смотрите. Ну, друзья, уже вечереет и подошла к концу наша сегодняшняя экспедиция. Солнышко так красиво садится. Сейчас вам покажу. Смотрите. Красивый такой закат. Подошла к концу наша сегодняшняя экспедиция. Были мы в разведочке. Проехали несколько мест. Вот здесь вот зацепились на этом месте. Нашел я динарик, еще бронзовое что-то. Не знаю, что это, или сестерций, или дупондий. В принципе, можно сказать, что это неплохо на сегодняшний день. Но хочется, конечно же, лучше. Будем ждать, пока это поле запашут. Я думаю, недолго осталось. Там сзади, за моей спиной, дальше вдалеке перепашечка. Я думаю, что сюда дальше пойду тоже пахать. Рядышком поле со зимой. Там тоже, скорее всего, было. Туда мы попадем уже где-то в середине июля. Наверное, когда уберут озимую и начнут пахать. Может, даже в августе. Иду к машине. Пацаны уже собираются. Будем собираться доехать домой. В общем, вот так вот. Что еще хочется сказать, друзья, всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии,
обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, еще увидимся. Всем удачи, всем пока.